Самое масштабное событие в мире культуры подходит к своему завершению. Здесь, в Шахрисабзе, гости и участники провели 4 самых ярких и незабываемых дня. И как раз сейчас, в эти минуты, проходит церемония закрытия международного форума МАКОМ. С места события Гузаль Файзиева. Сегодня завершается первый международный форум искусства МАКОМа, который по широкому географическому охвату и содержанию стал поистине уникальным событием. Его проведение свидетельствует о том, что возрождение древних национальных традиций и популяризация богатого культурного наследия узбекского народа возведены в рамках государственной политики. Все это является частью большой работы, проводимой в соответствии с постановлением главы нашего государства о мерах по дальнейшему развитию узбекского национального искусства МАКОМ по использованию этого жанра классической музыки в процессе роста национального самосознания, всестороннего развития нашей культуры, воспитания молодого поколения в духе высоких нравственных ценностей. Инициативу проведения такого глобального форума высоко оценивают иностранные гости, подчеркивая важность возрождения национального искусства МАКОМ. Организовать этот форум и собрать на древней земле Шахрисабза музыкантов со всего мира – это прекрасная идея, благодаря которой весь мир узнает больше о жемчужине национального музыкального искусства узбекского народа. Это не просто музыка, МАКОМ обладает древней историей, глубокими философскими корнями, неповторимым художественным стилем и богатыми творческими традициями. Мы очень гордимся своим участием в этом замечательном фестивале, где все, начиная от выступлений и заканчивая оригинальными экспозициями узбекского искусства, организовано на высшем уровне. Масштаб форума говорит о том, что уникальное искусство МАКОМа, которое признано ЮНЕСКО шедевром нематериального культурного наследия человечества, популярно не только в Узбекистане и в странах Востока, но и во всем мире. Кроме того, первый международный форум искусства МАКОМ во многом способствовал развитию туризма. Сегодня Шахрисабз совершенно преобразился, улучшена его туристическая инфраструктура. Качество сервиса поднимается на уровень международных стандартов. Все больше гостей из разных стран хотят воочию увидеть этот исторический город. Мы бы хотели поблагодарить за организацию этого международного форума на высшем уровне. Я много слышала о Шахрисабзе, родине великого полководца Амира Тимура, а теперь побывал здесь. Увидел его своими глазами, это чудесный город с уникальными памятниками истории. Больше всего мне понравилась экспозиция Узбекистана, где представлены особенности культуры и самобытности всех регионов страны. Узбекское искусство заслуживает восхищения и не имеет аналогов во всем мире. И прямо сейчас, в эти минуты, проходит торжественная церемония закрытия первого международного форума искусства МАКОМа. Его проведение стало поистине историческим событием, объединившим талантливых музыкантов, известных исполнителей и ученых со всего мира в любви к жемчужине узбекского национального музыкального искусства.